Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами попадем в вот такой прекрасный дом. И в этом доме находится поликлиника для кукол. Антикварных кукол. И ведет ее семейство Гросс. И я вас познакомлю с ними. Здесь очень-очень красиво и интересно. Прям как в сказке. Это снаружи. Но внутри вас ожидает еще нечто более прекрасное. Давайте зайдем с вами к ним в гости. Так, здесь, смотрите, сразу при входе видно вот такие чудесные домики с маленькими всякими принадлежностями. Сначала. Вот куклы, в принципе, это то, чем занимается семейство Гросс. Они антиквариатные куклы ремонтируют, одевают также, да, есть специальные как бы сшитые одежки для них. Вот здесь вы также видите, что это их поликлиника для куколок. Это их рекламка. Видите, есть для куколок всякие вот такие вот маленькие тоже принадлежности. Ну, все такое игрушечное, прям миниатюрное. Замечательно. Всех куколок, все, что здесь находится, все можно купить, чтобы вы понимали, да? Вот, например, видите, да, цена 59. Ну, это так вот простенько, но может кому-то интересно. Это Шильдкрёт, это 30-е года кукла, 98 евро. Здесь вы еще видите вот таких вот ангелочков. Это очень известные нюрнбергские золоченые ангелы. Так, я думаю, переводится. И здесь, что особенно вот в этих именно ангелочках, это их порцелановые личики. Вот вы видите вот здесь на одном. А чтобы вы понимали, это из времени Бидермайер, еще около 150 лет этим порцелановым головкам, да, вот, и здесь можно их также приобрести, это делает его жена, насколько я знаю, и может еще кто-то помогает, но именно здесь это производится, вот эти вот ангелочки. 98 стоит вот такой, побольше, ну, поменьше он, в принципе, вот с руку, наверное, да, мою, он стоит 69 евро. Вот так вот интересно. Смотрите, здесь тоже все такие интересные штучки. Вот. Куклы для рук тоже 39 евро. Идем дальше. Здесь вон, смотрите, какая большая кукла. Ух ты! 298 евро она стоит. Такая симпатичная. Вот, чтобы вы понимали, здесь приезжают сюда, в эту поликлинику, и даже с России. Сколько мне говорят, что очень много бывает с России. Они посещают, возможно, конечно, здесь какие-то выставки, и заодно приходят сюда, смотрят кукол, приобретают кукол, да, потому что это антиквариат, это считается ценное. Вот, смотрите, какие красавицы интересные. Вот здесь вы видите, ой, меня, а вот и сам господин Гросс. Интересно, здесь была статья, да, статья о нем, видимо, в Нюрнбергской газете, что даже вот пенсионеры спортом занимаются, он такой спортивненький. Да, видите? Ух ты, вы смотрите, какая здесь интересная куколка. Симпатяга. Ой, супер. Вот здесь с другой стороны висит одежда для кукол. Ее шьет сама госпожа Гросс.
Вот, когда я пришла впервые к ним, я застала ее за вязанием. Да, она вяжет тоже с удовольствием. Видимо, большие какие-то уже вещи. Вот, но видите, она также и шьет. Ну, видимо, вот видно, что даже связанная есть одна вещичка. И вон кофточки. Интересно. Вот как интересно семейство вот так вот, когда вместе сплощенное, занимается одним делом. Это круто. На самом деле классно. У меня бабушка в моем детстве тоже, она мне подарила одну куклу. Ну, правда, не такую, не антиквариатную. Но здесь из Германии, я тогда жила еще в России. И с ней она мне подарила тоже очень-очень много сшитых таких одежек, платьишек всяких, там блузочек, штанишек. Это было так круто. Моя сестренка, она еще помнит, я когда в Германию уезжала, я оставила ей эту куклу. Вот она подтвердит. Это было классно вообще. Конечно, для девочек это супер. Вот здесь также машинки. Тоже это все продается. Porsche. Смотрите, как классная штука. Нюрнбергский фест. Празднование, да, там немцы празднуют. Вот так это, может, раньше выглядело. Да, ну сейчас тоже, в принципе, похоже. Да, смотрите, здесь вот такая картина. С куклами немножко отсвечивает. Ой, здесь даже Нюрнберг написано. Это, видимо, ихние сфотографированы. Ага. Herr Groß, sagen Sie bitte, dieses Plakat, was hier an der Wand hängt, dieses Bild, da steht nämlich Nürnberg drauf. Sind das auch Ihre Puppen? Nein. Nicht? Das ist ein Plakat vom Spielzeugmuseum. Ah, vom Museum, okay. Ja. Nürnberger Museum. Ja, ja. Alles klar. Ja, ja. Okay. Gut, dann weiß ich Bescheid. Ja. Dankeschön. Да, это с Нюрнбергского музея. Мне просто интересно было, думаю, может быть, это его. Нет, но это с музея. Вот там можно увидеть такие куколки. Но у него здесь тоже почти как музей. Я считаю, что это тоже достойная коллекция. Смотрите, какой интересный. Ух ты, 590. Наполеон какой. Вау. Интересно, сколько ему лет. Наверное, тоже немало уже. Вот это куколки. Здесь вот тоже витрина еще с куколками. Шильдкрюта, это тоже известные очень куклы. Вот видите, вот это вот посередине. Вот, и здесь вы видите именно саму мастерскую господина Гросс. Он здесь занимается куклами. Смотрите, сколько много там голов кукольных. Вау! Вот сверху вы видите, это порцелановые головы там потом. Снизу. Да, если сверху вот здесь находятся головы кукол из порцелана, то вот нижние, там уже заметно, да, это немножечко, они такие более блестящие. Это уже из какого-то синтетического материала, я не знаю, как он называется. Но знатоки будут в курсе, я думаю. Вот и здесь господин Гросс работает. Грюсази. So, dass die Leute auch wissen, ne? Wer hier die Puppen Heile macht. Ja. Да, вот он ремонтирует здесь куколок, это его мастерская. Жена его сейчас не здесь, но тоже очень-очень приятная женщина. Очень семейство такое сердечное, да, как можно сказать. Вот, и я надеюсь, что кому-то было это полезно, и вы еще приедете сюда, увидите это сами. И будете на моем канале и в дальнейшем. Все, всем всего хорошего, пока-пока.